Не всегда фабричная обложка приходится по вкусу, но никто не запрещает сделать свою. Я это сделала при помощи ткани и штампов. Об этом я подробно показывала в уроке школы штампинга питерского скраб-клуба. Под видео будет ссылка на нее. А здесь я более подробно остановлюсь на конечном этапе, на вклейке этой обложки в блок. Изначально сама иллюстрация этой книги мне понравилась, но в отрыве от контекста. А вот вместе с этой книгой она кажется довольно-таки легкомысленной, такой легкой. Поэтому я решила все-таки оформить в более строгом виде. Вот такая картинка красивая. Вот блок я отделяю очень так аккуратно, чтобы не порвать крайние вот эти листы. Спереди и сзади. Планировала изначально обклеить старую обложку, вот эту картинку, но мне стало ее жалко. И потом я что-то побоялась, что будет просвечивать картинка. Поэтому вырезала из переплетного картона такого же размера основу. Для корешка взяла акварельную бумагу, пробеговала, приклеила к картону. И получилась такая основа. Для форзацев я взяла скраб-бумагу, но поскольку у книги довольно-таки большой формат, то есть он такой нестандартный, я решила выйти из положения следующим образом. Поскольку бумаги не хватало мне, я ее решила донарастить при помощи офисной бумаги с обратной стороны. Склеивала скраб-бумагу стык в стык. Получились вот такие вот форзацы. Которые я потом приклею к блоку. Ну а пока я их решила дооформить. Пройтись чернилами по периметру. Делаем это аккуратно, чтобы не было грубых переходов. Да, и мне не понравился вот этот шов, где стык в стык вклеивала бумагу. Решила это все замаскировать полоской. Да и постель, она, мне кажется, очень даже будет в тему. Так, прокалываю в каждую тетрадь, дублирую отверстие для последующего плетения каптала, чтобы было проще иголки туда проникнуть. А перед этим тонирую блок, ну, чтобы он не выделялся, не был белым, а был в стиле, так сказать. Приклеиваю форзацы. Ну, можно и без этой полоски, и на глаз. Но так будет аккуратней. Так, переходим к ответственному моменту. Берем вощеный шнур, закрепляем при помощи скрепок и прокалываем нитку с иголкой в середину первой тетради снаружи. Накидываем на вощеный шнур, пролезаем под шнурком, подтягиваем. Тут главное не перетянуть и не сделать слабо это все дело. И теперь как бы накидываем петлю и возвращаемся обратно. Я решила использовать две нитки, чтобы каптал был такой не скучный, то есть такой чередовался цветами. Поэтому я для этого использовала две нитки, соответственно, и две иголки. Если бы я плела одним цветом, то, понятное дело, я бы так и продолжаю работать с одной иголкой и с той же ниткой. Берем другую нитку, иголку,
входим теперь уже в середину следующей тетради и проделываем все то же самое. Тут важно к соседу вот эту вот петлю делать прям стык в стык, чтобы не просвечивался вощеный шнур. Тоже накидываем сейчас петлю, пролезаем через вощеный шнур и меняем нитки. И повторяем все то же самое. И вот так чередуем. Проходим до конца. Теперь остается зафиксировать. Можно не делать то, что я здесь вытворяю, да? Проходясь мимо, завязывая это все в узел. Это создает дополнительную, конечно, толщину, поэтому лучше так не делать. Ну, в смысле, можно увлечься и там навязать узлов лишних. В принципе, можно обойтись просто склейкой вот этих усов клеем. То есть никуда это все не денется. Ну, а я решила все-таки здесь завязать это все дело. Но опять же, повторюсь, это совсем не обязательно делать. Достаточно было просто здесь клеем смазать и все. Так, смазываем клеем обложку, приклеиваем ткани, разглаживаем все. Срезаем лишнюю ткань на углах, чтобы она не создавала лишнюю толстоту при формировании уголков. Начинаю я загибать ткань по большой стороне, сверху и снизу, и только потом перехожу уже к другим сторонам, формируем уголок. Тут важно все тоже натянуть аккуратно. Если где-то клея не хватает, то можно взять на зубочистку и нанести клей, если его не хватает. Лучше меньше нанести клей, потом его доклеить, чем налить больше клея, потом от него уже не избавиться. Вот. Дооформляем при помощи вырубки и приклеиваем блоку. Да, блок можно было, конечно, укрепить при помощи лент, но в этот раз я что-то заленилась. Вот таким вот образом у нас получилась обложка в сдержанном таком стиле, как будто бы уже такая состаренная, потрепанная жизнью. Дополнительно я решила сделать АТС-ки и фишки. Получилась у нас такая книга, по-моему, очень даже сильно. Ненавязчиво, очень гармонично работа вышла.